В общем, короче говоря, типа какой-то пирог творожный может быть, а может это будет запеканка. Я думаю, нормально будет. Все должно быть нормально. Иначе быть не может. И картошечку туда. Вот такой будет у меня обед. Я, кстати, рыбу на пару давно уже не делала. Доброе утро, девочки мои. На улице сегодня у нас туман, влажность. Дождик шел, но сейчас уже не идет. А вот это что у нас вытворяют вообще? У нас контейнеры пустые. Это вот уже не первый раз я вижу. Заезжает какой-то грузовик, полный мусора. Приезжает мусорная машина, чистый город. И они начинают у нас во дворе перекладывать мусор из одной машины в другую. Вот сейчас состыкуются и начнут. Вообще безобразие какое-то. Вот два товарища залезли в грузовик. И сейчас начнут вот эти вот пакеты, мешки, где они собирают этот мусор. Сейчас начнут перекидывать в машину. Почему это делают у нас во дворе, вообще непонятно. А у нас плюсовая температура, плюс 5 градусов. Вчера вообще было плюс 7, но не было тумана. А сегодня вот такой вот туман густой прямо. Кстати, не хотела я вообще влог сегодня начинать. Думала, просто готовку сниму. А потом думаю, да, готовка там, ничего такого особо нового. Ну, уже вот хочется с вами поговорить. Вчера не снимала ничего. Ну, вот, кстати говоря, вот приехал мусор, и мне напомнил о том, что у нас вот недавно пришли квитанции на чистый город отдельно. И что интересно, что за мусор у нас берут в общем списке, у нас общая квитанция есть от ЖЭУ, да. И там у нас вывоз мусора написано. Тариф 115 рублей 20 копеек. Это с человека. И вот пришли квитанции всем. Чистый город отдельно. Тот же самый тариф. И, в общем, повторно как бы у нас берут, получается, за мусор. И еще за должность там за 3 месяца. То есть это начиная с октября. Они только, как я узнала, только начали печатать нам квитанции. И вроде бы как эти квитанции пришли с запозданием. Но мне просто интересно, а зачем же тогда напечатали в общей квитанции у нас мусора? Наши ЖЭО что, не знает? Это ж они подали на разделение, да, мусора. В общем, короче говоря, вроде бы, говорят, нам сделают перерасчет ЖЭО, но нас вот отдают чистому городу. Ну, посмотрим, не знаю, чем это закончится. Пока что я подожду следующей квитанции или посмотрю, что у нас будут делать наши жильцы, потому что если что-то где-то ходить переоформлять, это нужно кучу кабинетов, кучу справок, очередя вот эти, это ужас. Я пока не спешу это делать. В общей квитанции, как обычно, заплачу, а вот то, что отдельно, пока что торопиться не буду платить. Но вот как я уже не первый раз наблюдаю, у нас частенько вот это вот приезжают во двор, и грузовик перекладывает мусор в ту машину, которая чистый город. И мне непонятно, почему они делают это в нашем дворе. У нас такой закуток, видать, чтобы никто не видел. Ну, ладно, разберемся. Ну, в общем, не об этом суть, собственно говоря. Я сегодня что хочу сделать, девочки? Я хочу из творога приготовить. И вот я думаю, творог с фруктами сделать. Это сырники будут или запеканка? Я думаю, если это будет на сковороде, это будет называться сырники. Если это будет в духовке, будет называться запеканка. По сути, ингредиенты те же самые. Также яйца, сахар и там манка либо мука добавляется. И, в общем-то, все. И вот я хочу сделать это с фруктами. У меня есть груша, яблоко. И вот мне интересно, как это получится с фруктами. В общем, короче говоря, типа какой-то пирог творожный может быть. А может, это будет запеканка. В общем, не знаю. Короче говоря, сейчас ищу, пока немножко пью кофе и, в общем-то, начнем готовить. Ну вот уже часть машины разгрузили. Вот все бы ничего, но вот эта машина, она же гудит постоянно. И постоянно включает они, как засос вот этот вот. И оно, конечно, мешает нам, жильцам, это все мешает. Так, девочки, ну давайте приступим. Вот я сделала две пачки творога. Это 5% творог. Дальше что я хочу сюда сделать? Четверть стакана, 2,5 столовые ложки манки. Чуть-чуть зальем, чтобы она немножко отмокла.
Так, пусть она чуть постоит. Два яйца сюда я добавлю. Я думаю, два яйца хватит. Я только разделалась с этим шумом, дождалась, пока эта машина уедет. 40 минут она гудела во дворе. Ну, я, в общем-то, написала письмо, обращение в Чистый город. Надеюсь, они там разберутся. Потому что это у нас происходит уже всю зиму, надоело. Наболело. Не люблю я, конечно, вот это вот жаловаться, но иногда просто уже достали. Так, манку я сюда опустила. Чуть-чуть соли, чуть-чуть и сахара. Ну, сахара на вкус, я не знаю. Обычно я запеканку, если это будет у меня как типа запеканка. Также четверть ложу стакана. Ну, четверть стакана это примерно 2 столовые ложки. А я сделаю полторы. Вот так. Хватит, я думаю. Вроде не сильно творог кислый. Так, ну и что еще сюда? Ванилинчика еще добавлю сюда. Все как обычно в запеканку. Все, хорошенько теперь все это надо перемешать, размять. И нарежу я туда фрукты. Раньше я всегда ложила туда изюм. А сейчас вот я тогда попробовала, мне очень понравилась запеканка с яблоком. Я думаю, с грушей тоже это будет вкусно. Вот у меня есть одна груша. Вот она. И половинка большого яблока. Сейчас я это почищу, все это от кожуры очищу. И все. Так, ну и самое главное еще, чтобы не было все это сильно сухим. Если будет сухое, значит, добавить надо сюда либо кефир, либо сметанку. Можно йогурт. Так. Суховато что-то я вижу это дело. Может быть, добавить сметану? У меня сметана. Но если ничего нет, можно даже чуть-чуть капнуть просто воды. Так, ну вроде бы ничего, так нормально. Сейчас хорошенько все разомну, чтобы комочков не было. И почистим фрукты сюда. Никогда в запеканку не добавляла соду. Но вот в эти сырники я соду добавляла чуть-чуть. Короче говоря, я немножко, вот так вот щепоточку, чуть-чуть соды добавлю. Я думаю, она не помешает. Все, груши, яблоки я очистила от кожуры и от семян. И вот нарежу я какими-то такими кусочками. Не знаю даже какого размера. В общем, ладно, небольшими. И не очень маленькими. Вот, и грушу. Грушу лучше брать такую потверже. Потому что мягкая груша, она сразу размякнет. И не будет она такой, какой хотелось бы, да? Я так думаю. Так, в общем, какими-то такими вот кусочками я режу. Все. Еще добавляет банан. Мне написали в комментариях, что добавьте еще банан. Но, честно говоря, я банан запеченный не люблю. Поэтому я его не хочу добавлять. Мне нравится кислинка в яблоке. Хрустит вот немножечко. Так, ну все, я это все нарезала. Духовку я включила на разогрев. Сейчас вот это все перемешаю. Я решила сделать фруктов побольше. Мне что-то хочется, чтобы это вот было такое прям фруктовое, прифруктовое. Ой, что-то мне кажется, должно быть вкусно. Оно просто не может быть иначе. Так, все это дело перемешаем как следует. А дальше я беру вот такую формочку и сливочное масло. И сливочным маслом все это дело сейчас, формочку всю вымажу. Ну, а потом добавим нашу смесь и отправим в духовку. И будем ждать. Так, все, форму я вымазала. Теперь все это сюда отправляем. Получается масса больше, чем я делаю, когда с изюмом. Так как здесь же объем еще занимает яблоки и груши.
Но эта формочка всегда использовалась мной на полкило, как раз то, что нужно. Я думаю, нормально будет. Все должно быть нормально. Иначе быть не может просто. Так, все, заполним сейчас ее, всю эту формочку. И я это все дело отправлю в духовку. Ну, примерно на 30-40 минут, может быть, посмотрю я. Как только подрумянится вверх, обычно я уже вижу, что запеканка готова. Так, все. Отправляем в духовку. Пока у меня выпекается запеканка, я решила приготовить вот эту рыбку на пару. Это меня соседка угостила. Рыбка свежая, но она у меня была замороженная. Вот. И картошечку туда. Вот такой будет у меня обед. Я, кстати, рыбу на пару давно уже не делала. И, в общем, что очень просто. Все это делается. Чуть-чуть соли. Кстати, посолим и картошечку сразу. И немножко я добавляю сюда приправы для рыбы. Чтобы она прям пахла вкусно. Все. Так, и с другой стороны тоже сделаю. Сразу выложу на решетку. Я уже водичку туда налила. Так, чуть-чуть еще посолим. И чуть-чуть еще приправки сюда. Все. Картошечку я посолила. Сейчас чуть-чуть ее так размешаю. Можно солить потом. Ну, я люблю сразу посолить. Вообще, когда как, я делаю всегда по-разному. По настроению делаю. Так, все, картошку я выложила. Так. И включаю все, режим на пару. Оп. Все, включила режим пар на 20 минут. Вообще, раньше на 30 ставила, но оказывается 20 минут достаточно. И подождем. Прошло 45 минут, и мне кажется, там уже все готово. Буду доставать сейчас. Ну вот, запеканочка уже готова. 45 минут выпекалась. Теперь нужно дождаться, чтобы она остыла, прежде чем ее резать. Кстати, вот это очень классная подставочка для противня. Она вот такая довольно-таки широкая, и она еще выворачивается, диаметр больше становится. И вот, чтобы не повредить стол, вот такая. Ну, мне одной достаточно. Дочке две такие подарила. Вот, классные. Ну вот и все, рыбка на пару у меня готова. Только что-то она скукожилась, уменьшилась в размере, ее стало мало. Интересное дело, чем они ее накачивают, что у нее такой большой объем, когда она в замороженном виде была. Ладно, буду кушать. Я думала, там мне много рыбы, на самом деле ее тут немного вообще. Так. И картошечки. Картошки получается мне больше, чем рыбы. Ладно, картошка останется, потом ее доем. Так, и сюда надо добавить еще, наверное, солененьких огурчиков. Или свеженьких огурчиков, помидорчиков. Лучше, наверное, солененького добавлю. Так, ну запеканка остывает у меня уже часа два. Я думаю, она уже остыла. Ну, едва тепленькая. Я хочу ее отведать, мне уже не терпится. Рыбу я поела, пообедала. Рыба нормальная, но семга вкуснее. Оп. О. Так, а что-то дно не пропекается. Я такого не видела еще. Ну ладно, все равно. Я хочу попробовать. Запеканка это или это пирог? Как это назвать? Я даже не знаю. Хочется попробовать. Что это у меня получилось за блюдо? Так, ну оно уже нормально режется. Оп. Все, сейчас будем пробовать, девочки. Вот такой красивый, симпатичный пирог получился. И мне интересно, как это называется вообще? Это пирог творожный с фруктами? Или все-таки это запеканка с фруктами? Кто мне скажет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, а я теперь буду пробовать. Мне не терпится. Прям вкуснятина должна быть. Да. Вот такая вкуснятина. Честно говоря, с фруктами прям вкусная. Получается сочный. Но
Похоже на запеканку с фруктами. А фрукты хрустят так немножко. Зачем? Я даже не знаю, это можно и без сметаны есть. Хотя можно и со сметаной. В общем, оно и так довольно сочное получается. Вот эти вот фрукты хрустят. И, в общем, сочный такой получился пирог. Вот. Ну, я думаю, что его без сметаны прекрасно можно покушать чаем или компотиком запивая. Ну вот и все, девочки мои. И, в общем-то, вот такое коротюсенькое видео я для вас сняла. Мне больше всего захотелось вот приготовить вот этот творог. Ну, параллельно приготовила рыбу. Семга, конечно, мне нравится на пару больше. Вот из всех рыб, которые я пробовала на пару, а семга лучше. Ну и так вот, если на диете, можно на пару. Очень такое нежное получается. Рыба нежная, картошечка. Можно даже без соли. Ну все, мои хорошие, на этом я с вами прощаюсь, видео заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан, пишите комментарии и до новых встреч. Всем пока-пока!